Всем привет! Давайте разберем эту песню. Аккордов немного, но они постоянно по-разному играются. В общем, поехали. Аккордов, можно сказать, всего 4. АМ, Д, ЕМ, Д, АМ7 и H7. Поехали. Зажимаем на 4-й струне 2-й лад, на 1-й струне 3-й лад. Играем вступление. Итак, тут мы играем такой перебор. 4-ю, 1-ю вместе, потом 3-ю, 4-ю. Получается вот так. Да? 4-ю, 1-ю вместе, потом 3, 4. Так мы играем 2 раза. 2 раза сыграли, теперь играем... Теперь мы играем 4-ю и 1-ю вместе, и потом 3-ю струну отдельно. То есть получается, если все вместе, вот так. 4 и 1 вместе, 3, 4. 4 и 1 вместе, 3, 4. 4 и 1 вместе, 3. Теперь ставим аккорд D на 1-й и 3-й струне 2-й лад, на 2-й струне 3-й лад. Те струны, которые мы не играем, можно не зажимать. Вот, например, в D можно не зажимать 2-ю струну. Мы, кстати, играем тот же самый перебор. То есть 4 и 1 вместе, 3, 4. 4 и 1 вместе, 3, 4. 4 и 1 вместе, 3. Можно не зажимать 2-ю струну, да, упростить себе... жизнь и зажимать только первую, третью. Но если вам легко это дается, то лучше зажимать еще и на 2-й струне, потому что если вы случайно заденете 2-ю струну, то она будет у вас входить в аккорд. Это будет покрасивее. То есть, например, вот так. Ну, вдруг перепутаете и сыграете 2-ю, третью, то лучше пусть она звучит в аккорде. В общем, рекомендую зажимать полный аккорд. Так вот, если два аккорда склеить, получается вот так. Следующий аккорд АМ7, это будет на 2-й струне 1-й лад, на 4-й струне 2-й лад. Играем 5-ю и 1-ю вместе, потом 3-ю, 4-ю, еще раз 5-ю и 1-ю вместе, 3-ю, 4-ю. 5-ю и 1-ю вместе, 3-ю. Ну, то же самое, только вместе с 1-й струной мы играем 5-ю вместо 4-й. А перебор такой же. 3 аккорда склеим. И последний H7. Баре на 2-м ладу, на 2-й и 4-й струне 4-й лад. Перебор, как в АМ7, то есть 5-ю и 1-ю вместе, 3-4, 5-ю и 1-ю вместе, 3-4, 5-ю и 1-ю вместе, 3. Давайте 4 аккорда склеим. Теперь зажимаем первый аккорд. Ну, то же самое, да, вот начинаем заново, первый аккорд зажимаем, но играем чуть-чуть по-другому. Так, тут мы играем сначала то же самое, то есть 4-ю и 1-ю вместе, 3-4, 4-ю и 1-ю вместе, 3-4. Теперь скользим на 1-й струне до 5-го лада, да, с 4-й струны убираем палец. Просто вот скользим до 1-й струны, 5-й лад. И играем 1-ю, и потом 3-ю отдельно. Получается вот так. Следующий аккорд D. Играем 1-ю и 4-ю вместе, потом 3-4, 1-ю и 4-ю вместе. Теперь на 1-й струне мы играем 2-3-2. Вот таким движением, да? Двойку дергаем. Давайте еще раз. Вот 2-й лад дергаем. В B
вбиваем третий лад, вот именно со всей силы вбиваем палец, чтобы зазвучал третий лад. И потом этот же палец, который вбили в третий лад, мы сдергиваем, чтобы опять зазвучал второй лад. Вот получается вот так. Это нужно в аккорде сделать, то есть вот так это будет. Давайте еще раз. Как только мы это сделали, мы в конце дергаем вторую струну. Ну, на второй струне третий лад у нас зажат. Получается вот так. Теперь ставим АМ7. Так, тут уже переходим чуть-чуть на другой перебор. Смотрите, вот поставили АМ7. Играем сначала пятую струну. Так, тут такой перебор. Пятая струна, потом первая струна. Да, уже отдельно. Сначала пятую, потом первую. Потом играем 3-4. Пятую и первую вместе. 3-4. Получается вот так. Ставим H7 и играем то же самое. То есть сначала пятую струну, потом первую. 3-4. 5 плюс 1. 3-4. Получается вот так. Тут начинается текст. Тут мы играем вот этот перебор, который уже в конце был. Ну, поехали. Ставим опять. Вот этот, кстати, аккорд, это ЕМ, самый первый аккорд. Да, когда на четвертой струне второй лад, и на четвертой струне второй лад, и на первой струне третий лад. Тут мы играем сначала четвертую струну, потом первую струну, теперь третью, четвертую, четвертую и первую вместе, третью, четвертую. Получается вот так. Ставим D и играем то же самое. Сначала четвертую, потом первую, третью, четвертую, четвертую, первую вместе, третью, четвертую. Ставим АМ и играем этот же перебор. То есть, ну, тут у нас пятая только. То есть 5, 1, 3, 4, 5 плюс 1, 3, 4. Так, тут вот второй круг пошел, да, когда уже текст. Опять ставим ЕМ. Играем 4, 1, 3, 4. Теперь на первой струне пятый лад. Играем 1, 3. И на первой струне третий лад. И дергаем 1. Получается вот так. Да, давайте еще помедленнее. То есть 4, 1, 3, 4. На первой струне пятый лад. Играем 1, 3. На первой струне третий лад. 1. Ставим D. Так, сейчас. Тут мы играем 4, 1, 3, 4. Так, в D играем 4, 1, 3, 4. Теперь на первой струне 2, 3, 2. И на второй струне 3. Получается вот так. АМ играем, АМ7 как обычно. Да, то есть 5, 1, 3, 4, 5. Так, 5, 1, 3, 4, 5 плюс 1, 3, 4. И тут начинаем заново. То есть, ну, заново, когда начинается текст. Да, то есть получается вот так. Начинаем с того момента, когда играем 4 отдельно, а 1 отдельно. Давайте я именно когда текст начинается, сыграю куплет полностью.
идет заново. Так играется куплет. В конце вот А, АМ7 играем как обычно. И в конце просто H дергаем, ну H7. Да, я просто дергаю первую, вторую, третью и пятую вместе. И тут можно уже перейти на бой. Бой, как мы играем? Зажимаем на пятой и четвертой струне второй лад, на первой струне третий лад. Тут можно восьмерку сыграть, то есть вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Да, давайте еще раз. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ставим D. Ну, бой везде одинаковый. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ставим АМ7 в таком виде. На первой струне. Ну, давайте сначала АМ поставим, да, на второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. Это АМ. И добавляем на первой струне третий лад. Это вот АМ7. Тут мы играем тот же самый бой. И H7 можем вот в таком виде зажать. На первой, третьей и пятой струне второй лад, на четвертой струне первый лад. И заново. Так, вот играется, да, этот, это тоже, как можно сказать, следующая часть песни. Играется, играется. Потом там проигрыш идет. Как он играется? Зажимаем на четвертой струне второй лад, на первой струне пятый лад. Играем 4. Так, сейчас. Да, зажимаем на четвертой струне второй лад, на первой струне пятый лад. Играем 4. Потом 1, 2, 3, 4 плюс 1, 2, 3. Получается вот так. Давайте еще раз быстренько. 4, 1, 2, 3, 4 плюс 1, 2, 3. Теперь зажимаем на первой струне 7 лад, на четвертой струне 5 лад. То есть, ну просто, да, скользим. Было вот так, потом раз доехали до сюда. Играем то же самое. 4, 1, 2, 3, 4 плюс 1, 2, 3. Ставим С. Нам достаточно поставить на пятой струне третий лад, на второй струне первый лад. Играем 5, 1, 2, 3, 5 плюс 1, 2, 3. Ставим D и играем 4, 1, 2, 3, 4 плюс 1, 2, 3. И заново. В конце тоже вот С доиграли, да? Потом Д просто тоже дергаем. То есть первый, второй, третий, четвертый вместе. Тут переходим на следующий проигрыш, когда вот так играется. Тут память на телефоне закончилась. Давайте сейчас вот эту часть добьем. Как мы тут играем? Ставим ЕМ. Дергаем первую, вторую, третью, шестую вместе. Теперь помимо ЕМ зажимаем на первой струне второй лад. Играем вниз, 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 вверх. Получается вот так. Да? Дернули, потом вниз, 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 вверх. Теперь опять первая струна открытая. Дергаем
первую, вторую, третью, шестую вместе. Зажимаем на первой струне третий лад, играем вверх. Все вместе получается вот так. Зажимаем теперь аккорд D. Играем первую, вторую, третью, четвертую вместе. Потом вниз, 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 вверх. Вниз, 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 вверх. Получается вот так. Если два аккорда склеить, получается вот так. Ставим АМ. Нам пока вторая струна не нужна, то есть зажимаем на четвертой и третьей струне второй лад, а вторую струну открытую делаем. Играем пятую, четвертую, третью вместе. Потом со второй струны мы играем вверх, да, вот чтобы вторую струну выделить. Вот именно со второй струны вот так дергаем вверх. Потом играем вниз, 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 вверх. Получается вот так. Теперь пятую и вторую дергаем вместе. На второй струне зажимаем первый лад. Играем опять со второй струны вверх. Весь АМ получается вот так. Ставим H. Тут уже полный H ставим. То есть баре на втором ладу. На второй, третьей, четвертой струне четвертый лад. Тут дергаем пятую и четвертую вместе. Так, пятую, четвертую вместе, потом вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. Получается вот так. И начинаем заново. Дайте я медленно сыграю. Теперь играется вот эта часть. Давайте ее тоже разберем. Ставим ЕМ. Дергаем вместе первую, вторую, третью, шестую. Бьем вниз, вниз. Теперь зажимаем на первой струне второй лад. И играем то же самое. Первую, вторую, третью, шестую вместе. Вниз, вниз. На первой струне третий лад играем вверх. Так, сейчас. Нет, лучше на первой струне третий лад сыграть вниз. Вот, да, на первой струне третий лад играем вниз. Теперь убираем аккорд Е, зажимаем на первой струне пятый лад и играем вверх. Получается вот так. То же самое аккорд D. Сначала первая струна открытая, только дергаем вместе первую, вторую, третью, четвертую. Да, вот дернули вниз-вниз. На первой струне второй лад опять дернули первую, вторую, третью, четвертую вместе вниз-вниз. На первой струне третий лад вниз. Зажимаем только на первой струне пятый лад и играем вверх. Если два аккорда склеить, получается вот так. Ставим АМ. Опять вторая струна открытая. Дергаем пятую, четвертую, третью вместе. Вниз, вниз. Потом пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вниз, вниз. Получается вот так. Потом пятую и вторую вместе. На второй струне первый лад зажимаем и играем вверх со второй струны. Получается вот так все вместе. Теперь ставим H и играем как обычно. Пятую и четвертую вместе. Вниз, 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 вверх. Вниз, 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 вверх.
опять вот эта часть играется. В целом вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.